день, дорогие друзья! Вот уже 6 лет День образования Ассамблеи народа Казахстана ежегодно отмечается как День благодарности всех этносов друг другу и казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. В честь проведения Дня благодарности историко-культурный центр первого президента представил концертную программу под общим шинераком. В праздничной программе приняли участие этнокультурные центры города. Guten Tag, liebe Freunde. Поздравляю вас с этим замечательным праздником – День благодарности. День благодарности – это благодарность этносов друг другу. Это благодарность нашей дорогой родине, нашему народу, который в годы тяжелых событий приняли нас, переезд которых был связан с очень трагическими событиями, как, например, для нашего немецкого народа. Сегодня день благодарит не только так друг друга, а благодарит маму, потому что она принесла в жизнь, родителей, отца, благодарит своих самых близких человек, сейчас супругу, благодарит своих детей, благодарит друзей очень много, мне очень много друзей, благодарит родственников, чтобы благополучие у них в семье, чтобы в нашей земле был всегда мир и любовь, и дружили так дальше. Состоялось мероприятие при поддержке этнокультурного объединения «Халактар Достығы» при АО «Арселор Миттал Семиртау» совместно с КГУ «Центр изучения и анализа проблем межконфессиональных отношений города Темиртау». Цель нашего мероприятия – это единство народов Казахстана, мир, объединить все национальности и показать, что Казахстан – это многонациональная страна, которая живет под одним большим шанераком – Республика Казахстан. Отметим, что на сегодняшний день в этнокультурном объединении находится 9 этнокультурных групп. В планах у объединения расширяться. Юлия Исланова, Сергей Баданин, Новости Темиртау.